Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.me. Давайте выполним упражнение. Номер 8 на странице 125 учебника математики для первого класса автора Дорофеева. На яблоньке росло 10 яблочек. Она попросила Алёнушку с братцем съесть по 2 яблочка. Сколько яблочек осталось на яблоньке? Итак, на яблоньке росло 10 яблочек. Запишем это. Она попросила съесть Алёнушку с братцем по 2 яблочка. Значит, Алёнушка съела 2 яблочка, вычтем 2. И братец Иванушка съел 2 яблочка, вычтем еще 2. 10 минус 2 равно 8, 8 минус 2 равно 6. 6 яблочек осталось на яблоньке. Пишем в скобках «яблок» с точкой, скобку закрываем. Пишем ответ. Шесть яблочек. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.